Всем привет, ребят! Мы на рынке Тощаный Ка, и я вот сегодня закупаю хашевый набор, вот так вот назовем, для Владислава. Кстати, Татьяне большое спасибо человеческое за вот витаминки. Ну, покажу вам, что здесь продается. Тут продается все. Все мясное, я имею в виду мясной двор, свежая говядина, свинина, курица, баранина, сыры, масла и продукты из Армении. Пойдемте, ознакомлю вас с ценовой политикой. Расскажу и покажу. Ну вот, смотрите. Порося свежая. Прямо аж лучами солнца. Я не подбирал время, честное слово. Шея. Это шея. Вот смотрите. Приехал. Как приехал. Прилавочек такой вот. В районе 10 часов такой весь. Уложенный, подготовленный. И говядинки взял. В общем, всего взял. Сейчас, в принципе, вас наверняка больше интересует ценовая политика. Вот смотрите. Домашние куры, вот 258, фарш 288, окорочка 228. Я не все читаю, ну вот то, что наиболее интересно, наверное, филе тоже, думаю, интересно будет. Это все из птицы, 328, голень 228, мясо со шкурой 228, как и голень курицы. А нет, чуть-чуть 288, извините. Свинина без кожи 328, мякоть 358, шея вообще бесценна. Вырезка 420. Корейка. Ну, в общем, смотрите, что я диктую вам. Вы все равно все видите сами лучше. Переходим к говядине. Деликатес, кролика нутрия. Так, я забираю свой пакет, я уже оплатил все. Так, баранина, вот смотрите. Ну, нормально так баранина сейчас нынче, а? Что-то мало я барашков тогда прошу. Суповой набор. Свинина, сердце свиньи. Хотите? Ножки. Ну, я, кстати, взял ножки, но, правда, говяжьи. Кто-нибудь работает? Я всех распугал, все пацаны сбежали. Хвост, курдюк, пожалуйста. Суповой набор курицы. Только вот у курицы разве есть хвост и курдюк? Чё-то не то. Ну, кроме того, может приобрести всякие напиточки и продукты, домашние яйца, кстати, лаваши. И вот, вот я вам сейчас покажу. Вот. Мечта каждого. Дмитрий, я не намекаю. Честное слово, не намекаю. Тут все есть, все продается, можно купить желание. Ну и прочие продукты из Армении вот всякие. Приправчики всякие разные. Огурцы, помидоры, черемша, походу. Ну, очень уж больно похоже консервированная черемша. Вот такой вот магазинчик. Приходите, покупайте. А я побежал. Я уже затарился. Пойдем варить хаш. Ну, такая вот вам информация о ценовой политике. Всем пока!